2011 получила квартиру. Моих детей в никуда, к сожалению, как-то выписали. В личное дело их не внесли. У меня были 18 квадратных метров. Когда вот эта вот заваруха вся началась... Они были в собственности у вас? У меня мама собственник, она на себя все оформила. У меня есть... Мама была собственность на эту комнату? Право собственности? Да, да, да. Я вписана с ней туда. На тот момент у меня в 2005 родился первый ребенок, в 2009 ребенок родился. Они автоматом должны были в личное дело внести, но, к сожалению, сделали так, что мои дети куда-то в городе оказались. И выделили на нас троих. Это мать, брат и я. Сейчас судья и представители ТУИУ требуют меня отправить с детьми на эти 18 квадратов. У меня этих 18 квадратов нет. У меня есть официальная бумага единого... выписки реестра, что у меня собственности вообще никакой нет. Потому что меня никуда не учитывают, нигде нет. И это является основанием для суда о выселении, потому что у вас собственности нет. У меня нет собственности, и моих детей не учитывают, интересы моих детей не учитывают вообще. Судья Факеева, она не считает нужным вызывать представителей опеки. А то, что дом аварийный, вас предупреждали, вы знаете? Он не аварийный. Вы видели бумаги, что она аварийная? Бумага есть. Вам не показывали? 2011 года. Нет, есть бумага еще 2004 года. 2014 года. Но в решении суда ни одного нету 2004 года. Да, кстати, 2014-го? Нету. Скажите, пожалуйста, хоть одно, в хоть одном деле Факеевой есть этот документ 2014 года? Не знаю, а я вам хочу, что именно нету, мужчина. Нету, нету, ни в одном, ни в одном деле этого нету. Бумаги не приходили, а выселение не из 2014. Сотрудник СМИ, так же, как и вы. Вы кто? Вас спрошу. Вы так просто осведомлены? Так что мне ни одного постановления не приходило о выселении, ничего не было. Я спросил, есть ли право собственности, как люди здесь оказались, мне рассказали. Нет. Вот и все. И я, как являюсь членом военнослужащих, который находится... Основанием же для суда что-то должно было быть, правда? Нет, мне вот суд смотрит бумаги формально и говорит, собственности мы нет. Мы оказываемся все. На улице.